Вот сейчас видно, в ногу есть зеркала для женщин. Можно строить рожи своим этим попутчикам, да? Кто тебя подвигивает. Тогда мы в метро в Нагое. Ну, такое оно, не самое новое. Совсем не новое, я бы сказала. Ну, на вечер в Москве. После Москвы на вечер тоже. こちらの方に大きな招き猫がいます。ね、大きい。どのぐらい多分。ね、高いからでも私たちぐらいの身長ね。招き猫。さすがにあるかい。こんな家に欲しいね。多分これだったらもう絶対に運がいっぱい来る。そしてね、クリスマスだからこんな飾られてる。これでクリスマス大体3月まで。Да, тебе домой такого. И все, и нет дома. И да, и квартира, и полквартиры занята. Он может, чем моя кровать. Ну, он классный. У меня есть маленький. Шача, неко на никакие, неко на никакие досодес. Не, как что, ну, нинге наши не монитили. Подчинимо. Что это за странная курица, что с ней? Так, это обычный японский шотенгай. Такой магазин крытый. Крытый рынок, как его назвать? Ой, а что за муравей? Прикольно. Собственно, есть типа магазин. Ага, местное. О, это я батон, это свинья. Вот, это фонтен. Ага. Это фонтен. Свинья. Вчера на море, а не, оно венчать на я батон, а мне таки машта. Алена говорит, да, я батон. Я батон, ты на нит, а то чего мото так это? Я батон. Я батон? Чего? Оно я бай бутами, да? Что здесь? Оно... Я бат... Ты ее башу, но... Бутасан здесь, не? Мисокацу? Мисокацу? Мисокацу. Ичбан ойши. があります。なんか不思議ね、こんな街中でこんな建物いっぱいあって急に混乱しちゃう。なんで？でもまあ小さいのがあると思う。乗ったことある？2回どうですか？まあ普通のでもちっちゃいし、なんか建物が近いからなんか面白いね。見たことない。はい、こちらは名古屋塔？テレビ塔ね、なんか高いと思ったらそんな高く何メートルぐらいだろう？エッフェルタワーです。名古屋の。夜はね、綺麗ね。Ты ее взяла? Что ты делаешь? А в руках у меня. Ты ребята на ладошке. А здесь каток. И волк в обличии барана, что это? Волк в обличии барана. Сказка. Смотрите, здесь водичка. Здорово. Что это, бассейн? Или что? Ой, как красиво. Сугой гора с... Ой, кирей, низуга. Низуга арте. Не, стуки. なんかすごいロマンチックですね。うん。ああ、揺れてる。え、なんで揺れてるの？え、すごい。これね、透明でね、すごい。下が見える。Мы идем смотреть на мою любимую Нана-чан. Нана
ちゃん。だからナナちゃん。ナナちゃんのやつは。Я вижу это. Ох. Ну прям вообще прям прям модель. Вот это она. А, ничего себе. Такая высокая. Прям дядя Стёпа милиционер. Конный спорт. Конный спорт. Бег. Он даже пока реально прям это прям модель. Клёво, длинные ноги. Куда я вообще? Очень, очень классно, когда она в юбке, значит, стоит. Mm-hmm. Очень по ногу подходит, смотри, по юбку. Конечно, очень быстро, быстро, галопом просто по всем достопримечательностям, не по всем даже, чуть-чуть совсем. Ну, надеюсь, у меня как-нибудь будет возможность еще приехать, чтобы здесь все посмотреть более так. Юкури. Ну, вот так здорово, что на Шинкансене за 1:40 доехать, это просто как, не знаю, в Сайтаму там какую-нибудь ездить или в Чибу, то есть 1:40. С обычным багажом, там, кажется, так далеко едешь, но при этом... Абсолютно, это так обычно. Времени. Да, все-таки здорово, Шинкансен, это вообще.